Привет, сейчас я сделаю пакет Racer 7, 2, 3, 5. А здесь у нас простой траблшутинг. Вот такая у вас таблица есть у вас в PDF-файле. Здесь вы будете указывать устройство R1, R2, R3, что вы нашли, какую проблему, как вы ее хотите исправить и исправили вы ее или нет. Это все, что у нас здесь есть, поэтому давайте его, ладно, оставлю пока что. Начнем. У нас есть три роутера, есть в каждом из них по проблеме, но стандартно. Открываем R1, командная строка, Enable Configure Terminal, Conf-T. Заходим в конфигурацию. Не знаю, зачем я сюда зашел, еще и с ошибкой. Нам нужно прописать showrun. Посмотреть running config, посмотреть, что здесь есть. Листаем к EIGRP. У нас, скорее всего, в нем ошибка, так как задание по EIGRP. У нас здесь 11. Ага. Нестандартно. Давайте посмотрим, что на R1. Enable showrun. Листаем вниз к EIGRP. Ну и да, здесь 1. Или там ошибка с названием EIGRP, или тут. Давайте посмотрим в R3. Enable showrun. Смотрим здесь. И да, здесь тоже EIGRP 1. То есть ошибка в R1. В том, что EIGRP должен быть 1, а не 11. Я скопирую вот эти вот команды. Нам они понадобятся. Копи. И давайте настраивать. Configure Terminal. Router. EIGRP. 11. Только no. No router EIGRP 11. Мы его полностью убираем. Теперь прописываем router EIGRP 1. И здесь вставляем команды, которые я скопировал только что. То есть у нас здесь сети и пассивный интерфейс. Все, мы настроили, исправили ошибку в R1 и получили 34 балла. Задокументируйте в PDF-файле и идем дальше. К R2. R2. Мы уже прописали showrun. Смотрим и EIGRP. А пассивный интерфейс. Здесь у нас две сети. А должно быть 3. Какую-то сеть мы потеряли, похоже. 172, 31, 40. 31, 40. 31, 20. А нет, стоп. 40, 224, вот она. 20. А 228 нету, хотя должна быть. Окей, давайте добавим. Configure Terminal. Router. И EIGRP 1. Network. 172. Ой, секунду, 172, 31, 40, 228. А количество свободных бит можно вот тут посмотреть. Вот такое вот оно. Ну и для сложности оно стандартное 0003. И вроде все, да, все. Настраиваем, мы задали еще одну сеть. А я правильно написал? Нет, я неправильно написал, потому что я написал 224, а надо писать 228. Это у нас уже есть. Все, мы настроили, и сразу у нас добавились баллы. Опять-таки докомментируйте, а я иду к R3. R3. Showrun мы уже прописали, смотрим EIGRP. Сети есть, но здесь я вижу надпись AutoSummary, которой, конечно же, не должно быть, так как на других у нас ее нету. Поэтому R-Terminal. Роутер и EIGRP 1. No auto summary. Все. Это действительно была проблема устройства R3. То, что у нас было auto summary прописано. Как вы видите, я исправил все три ошибки. У нас 100 баллов из 100. Надеюсь, вы тоже все смогли исправить. Обязательно документируйте. На этом все. Пока.